Так, значит, вам были предложены лекции для просмотра. Значит, там в основном речь шла о том, ну, об общих вещах, связанных с искусственным интеллектом. В первую очередь, что конкретно сейчас делается во всем мире, да, то есть была презентация, посвященная одному из комитетов Организации Объединенных Наций, который занимается телекоммуникационными технологиями и, в частности, технологиями, связанными с развитием искусственного интеллекта. Вот, соответственно, там довольно много было рассказано, показано про то, как вообще сейчас воспринимается, какие надежды сейчас возлагаются на искусственный интеллект, какие проблемы пытаются с помощью него решить. Значит, там довольно крупным планом все, то есть такое с высоты птичьего полета. Вот, но, тем не менее, довольно много полезных нюансов было затронуто, как начиная от того, как сейчас происходит трансформация мира, да, то есть огромный вал информации, который появился, мы живем в информационном обществе, там объемы информации колоссальные, это и видеозаписи, и тексты, и аудио, и различные бинарные форматы данных, которые передаются, накапливаются в хранилищах. Это и всякие различные современные вызовы, там и борьба с неравенством всех видов возможных. Это и борьба с изменением климата, и с экологией, то есть улучшение экологии, и решение различных экономических проблем, проблем со здоровьем, эпидемией. В общем, все это так же актуально, как и было 7 лет назад, время той презентации, да, которую прошлый раз смотрели. Вот, поэтому в целом там ничего особо не поменялось, все это до сих пор актуально. И оно будет и дальше развиваться. Да, есть ряд поворотов довольно резких. Гораздо больше сейчас приоритет отдается задачам, связанным, во-первых, с изменением климата, то есть да, произошли изменения климат, как известно, очень сильно меняется. Поэтому сейчас довольно большие усилия прикладываются к тому, как эту проблему решать. И информационные технологии, и искусственный интеллект здесь тоже активно применяется. Вот. Кроме того, второй тренд довольно огромный – это борьба с неравенством всех видов. Это и экономическое неравенство, да, то есть до сих пор еще миллиард людей находится за чертой бедности, да, там голодает, испытывает дефицит и пресной воды, и пищи. Поэтому эти проблемы тоже сейчас выносятся на первый план. Значит, если говорить вообще про вот эту вот организацию, да, которую показывалась вам на лекциях, которую вы, надеюсь, просмотрели, да, то есть, то, в принципе, она продолжает свою деятельность, да, и, то есть, там у нас был 2015 год, то вот они недавно выпустили в прошлом году, под занавес 2021 года, выпустили огромный отчет, посвященный тому, как вообще Организация Объединенных Наций использует искусственный интеллект в своей работе. В общем, в этом отчете тут довольно огромная соляночка из того, чем там вообще занимаются. В общем, тут довольно в краткой форме, то есть на каждый проект они собрали там больше 45 проектов.